Номер 10. Дударев Артем, капитан команды. Ответная атака. Да, судья сразу показывает красную карточку футболисту томской команды. Дмитрий Лаев. Дмитриев отдает Налаева. Перед ним один защитник, обыгрывает защитника. И передача. Не забили. Действовать. Леонов неудачно обыгрывал здесь соперника. И может быть опасно. Да, вот и удар. 21 номер. Евгений Редькин. Подача и вот и гол. Дмитриев, как и обещал, забивает гол в ворота Полимера. Ударную позицию, но здесь уже Зеленко пришел помочь и... Да, бьет по пяткам Зеленко, игрок барнаульской команды. 11 номер Михаил Максимов. Вот хорошая передача и голевой момент, и гол. Сброс, удар и третий мяч. Успели забить третий гол до перерыва. Но неудачная передача. А мяч не покинул поле, показывает судья. Зеленко обыгрывает одного, обыгрывает второго. И отдает передачу. Проходит, хоть в Томе играет и в меньшинстве с 13 минуты. Но... А вот срезка неудачная. И... До новых встреч. Победу одержали наши гости, команда «Полимер».